Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Мы решаем.
таких волшебных дел, поняла? Вот! А для каких? Отстань, я думаю. Ой, расскажи, что ты каких? Я тебе сказала, отстань! Понимаете так, у нас есть с тобой буквально, у нас... Чего с тобой? Хвостастая? Эй! Хвостастая? Да что с тобой? Ой, вот это да! Что это? Где она? Дай, волшебного огурца раскрыта. Правда? Как интересно! Вот ничего для интересного для тебя нет. А открывай давай буквально. А на какую буковку? А на любую открывай. А я всего 6 букв знаю. Да это зубы, да это вот. Вот, на зе открывай. Хорошо. Зе. Золотое лея. Что есть такое? Золотое веко – это волшебная финтифлюшка. Если успеть разбить эту волшебную финтифлюшку, чем только синего кругом, а вот это, то корона превратится в комара. В комара? О, комара надо прихлопнуть, и тогда корове конец. Вот это да! Вот это да! Так, вот где бы нам найти этот золотой орех? А где его найти? Где? Где на букву Г? Вот, открывай на букву Г. Хорошо. Г? Давай. Вот, пожалуйста. Так. Где растет золотой орех? Ага, это прибамбасина живет в сказке. Ой. Это что? О, дырочка. А я сама вижу, что дырочка. Откуда она здесь? Очень кушать хотелось. А ты проглот зубастый, а? Я так и знала. Я тебе сейчас как-то... Я больше не буду. Опять заморозилась. Я тоже не буду. Не буду. Что нам теперь делать? Как мы узнаем? Я поняла. Не зря же Мирика Никитича мы сказала буквально. Огурец. Шишли-пышли. 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 Шишли-дышли. Какие дышли, они уже не дышли. Потому все кончается на дю. Открывай, сказала. Пожалуйста. Дюймовочка. Дюймовочка, неплохо. Шишли-мышли. Мышли-шишли. И волшебный огурец. Появиться о приличном обществе. Губочка, не переживай.
Мамочка всему ее научит. Правда, дюймовочка? Да и вообще, скоро она заплакает на нашем родном языке. А ты? А ты храня запомни. Его любимое блюдо. Жаркое из мух и болотный тип. А еще пироги из бурых водорослей. И потом, ну не готов я связать свою жизнь с женщиной, которая не умеет ловить комаров. Да. Я тоже ей дать пару уроков. Смотри. Главное на самом деле быстро реакция. Да я не хочу ловить комаров. Мне здесь не нравится. Чего? У вас сыро и пахнет гнилью. И между прочим, ни одного тюльпана. Отпустите меня домой к мамочке. Пожалуйста, ну отпустите. Ну зачем? Я вам не нужна. Ну я же никогда не научусь ловить комаров и хватать без акцента. Ну я не хочу жить в болоте и воспитывать головастик. Хлопай! Да что ты понимаешь, жизнь? Сына моя, ну ты только посмотри на него! Я не хочу быть жабой!
проходу. Да? Мама, иди-ка сюда. Давай ее привяжем, чтобы сбежала. Ну это что, серьезно? Хорошая идейка. Посадим ее на широкий лист в шейке, а лопатка красивее. Точно не сбежит. Иди-ка сюда, невесточка! Невесточка! Я поняла! Я помню!
года я не разговаривал ни с одним человеком. Три года? Вы потерпели крушение? Нет, друзья, меня бросили здесь, на острове. Ой. Если бы вы знали, как я тосковался по настоящей еде. Нет ли у вас с собой кусочка сыру? Сыр? Нам нужен сыр. У нас нет сыра. Сыр у нас нет. По ночам, во сне, я вижу сыр. Ой, я тоже. А вот просыпаюсь, сыра нет. Ой, у меня тоже так. Но вы знаете, вы, если нам скажете, где в вашей сказке есть золотой орех, то мы вам дадим, Ой! Вам дадим вот эту мобильную сардельку. Ух ты! Сардельку! Орех! Это было бы замечательно! Орех! Орех! Ну я не знаю, где золотой орех! Мама говорила всегда, что я буду в случае ее предсказания сбывать. Ну вспоминайте! Вспомнил! А что? Вспомнил! Про золотой орех может знать Баба Яга Костяная Нога. Я это слышал от капитана Флинта. Баба Яга Костяная Нога. Спасибо! Вы нам очень помогли! Да, Что? Давай! Давать сарделечку! Кому? Ему, конечно! Еще чего? Обобьется! Но мы же обещали! Ну, мало ли, что мы обещали, обещала 3 года, что ты поняла. Так. Выгад! О, спасибо! А кто обещал? Обещала твоя рука, я не молчала! Ну, держись, пожалуйста. А кто? Это последнее, что ты сегодня съел. А кто? Вспоминай.
Квадратная птица с четырьмя ногами по углам. Квадратная птица!
Зайчик,
ты мне лучше расскажи, там у них петрушка растет? И растет, да. А хрен? И это тоже. Отлично. Значит так, я к дачникам за хреном и петрушкой, а когда придет Серый, ты ему скажи, чтобы он разводил костер. Костер? Да. Ну все. Свободный заяц. Все. Ну в смысле, да ужина, мой вкусненький. Добегался, допрыгался. Сегодня обладают мои косточки и поминай, как звали. Я самый несчастный зверь в лесу. Ой, а тебя да. Что ли скушать хотят? Да, меня хотят скушать. А за что? Ну, говорят, я вкусный. А ты убеги и... Как же я и убегу, я же связан. Он связанный. Подожди, ладно, хватит лясы точить. Скажи нам, зайчик, пожалуйста, а кого у вас карты здесь храброе сердце и косые глаза? У меня. У тебя? В смысле, будет, а пока еще не гнилый, дело в том, что у меня пока трусливое сердце и косые глаза. Косые глаза! У него косые глаза! Да я слышу! Глаза косые! Скажи нам, пожалуйста, зайчик, а у кого у вас в карте здесь есть золотой орех? Он нам вот как нужен, слышь? А давай мы его сначала разъяжем. Еще чего будет, как говорить? Ну, это же несправедливо. Знаешь, что несправедливо, несправедливо. Вот так и стоит говорить. Зайчик, давай договоримся. Я тебе ничего не скажу. А зайчик против детский сад. И... Ой, как? Беги, храброе сердце, беги. Спасибо. Беги, спасайся. Спасибо, ты очень добрая. Ой. Спасибо, а золотой реп? А золотой орех хранится у людоедов в сказке «Кот в сапогах». Пока! Пока! Людоед! Вот! Ой! Ну что ты творил опять? Ну ладно! И... Как ты могла? Я тебе сейчас... Я больше не буду! Не буду! Чуть-чуть сразу, чуть-чуть я в домике! Ты хотя бы спросила, где? Я спросила! Что сказала? Людоеду надо, он, у него задание! Людоеду? Да! А ты ничего не напутала? Нет, мне точно, людоеду! Людоеду? А ты что? Боишься? Кто боится? Ой. Кто боится? Это я! Ты сказала, я никогда никого ничего не боюсь, я поняла, я даже коровы не боюсь. Ой. А можно тебя спросить? Можно, только осторожно. Хорошо. А скажи, а почему мышки так любят сыр? Ну не должны любить коров. Что? Ты что за вопросы ты находишь в своей ушастой голове? Просто мышки. Мышки. Мышки это кто, мышки? Кто? Ну ты сама сказала, кто? Вот именно, мыши они кто? Они вот сидят на крыше. А котята еще мыши, поняла? А? Нет! Ой, ну что мне с тобой разговаривать с бестолковкой? Ушастая. Это ты ушастая! А я красивая, я хвостатая. Вот именно. У меня целых два пуха, а у тебя только один хвост. Я старше тебя, ты мне должна слушаться, поняла? Один хвост? Да, один хвост. О, у меня всего один хвост? Да, один хвост. Ой. Подними, Лёва-корова. Ты танцуешь, как корова. Ты толстая, как корова. Ты как корова. Ты видишь, как они дробила, как она смятнулась. Она смятнулась? А еще? Чья бы корова мчала, то я молчала. Ларина, ты больше не плачешь? Почти не плачу. Ну не плачь. Давай, чтобы ты совсем не плакала. Даю тебе еще одну вставку. Давай. Значит, смотри. Вот их это не про нас, про мышей говорят. Кто, коровы? Да. А как? Нет, они знают про нас. Мышка. Мышка-нарушка. Знаешь, как они про нас говорят? Как? Мыша. Правда? Да. А еще вот, знаешь, как они про нас говорят? Как? Мышь – это зверь, жизнь которого проходит под поприезжающих девочек. Так это ж правда. Я буду рада с вами спать. А? А ты, Людоеду? Значит, на
Ведь во рту 4 дня нет ни крошки у меня. Мне диета не нужна, а нужна мне ветчина. В моем брюхе бы вместилась даже целая страна. Пригласил к себе гостей. Мне осталось 3 костей. Беспощадный, кровожадный, съесть хочу я всех людей! Эх, песни, хоть резни, а есть не проси! Ну уж нет, живот пустой, как барабан. Эх, уж и близится, как шкадрала сегодня. Вот если только не поймает обещанного жирного кота, съем его самого и косточки не выплюну. Кока-кола мяу. Это мы! Ой! Добро пожаловать! А где сам Каштадрал? Смотрите, Каштадрал перепугает Тёму, да! А ты знаешь, что я с вами сделаю? Ой, там очень интересно! Ну давай! 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 Ну прошу вас! Интересно посмотреть, каково у меня в желудке! Шутка! Нет! Господин Людоед, нам очень интересно. Говорят, вот ходят слухи, что в вашей сказке, ну лично у вас, есть золотой орех. Ага. А вот слуха доверяет, самое последнее дело. Я же тебе сказала, ничего не знает, это специально. Уходи! Обманцы, это браки! Что? Браки. Что значит браки? Да я вот за такие дела плащона съем! Пощади меня! Пощади! 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 Пощади отсюда!
хулиганы. А мы с тобой позвоним по мобильному банану. Ой, интересно, и откуда это у нас мобильный банан? Откуда, откуда? У меня. У тебя был мобильный банан, ты молчала? А ты не спрашивала? Последний мобильный. Тройник клубничка. И вот я и запахом сыра. Мобильный банан на проводе. Есть проблемы? Здравствуйте, уважаемый банан! А вы не могли бы нас соединить с великой летучей мышью? Нет проблем. Один секунд. Докладываю. Великая летучая мышь сказала, что вы должны успеть до великого бомбома подарить, нет, погубить корову. Сама великая летучая мышь подойти сейчас не может. Она отдыхает на море и катается, извините, на банане. Ну, на мобильном, что ли? На надувном, радость моя. А вы не могли бы ее спросить, где искать разбойников, которые украли золотой орех? Один секунд. Упс. Уважаемые господа, абонент ответить не может. Она упала с банана, и ее, кажется, и остакула. Мамочки, точно, ее проглотила акула. Боже мой, акула плывет ко мне. Спасайте, кто может. Спасение товарищей, дело руки, вот у товарищей. Постоянно мне это. Ой, кошмар, мамочки. Ужас. Ты побелела, как снег. Ой, это хорошо, что я еще как снег побелела. Как снег? Ну и что, примется из музыкальных топ-лист?
мы его разобьем, и коровы исчезнут навсегда.